Сегодня мы отмечаем 110-летний юбилей нашего образования. Соответственно, 18 ноября 1912 года была образована Никольская уездная больница. С историей больницы и ее достижениями все желающие смогли ознакомиться в холле культурного центра в Кубинке. Здесь организовали выставку, где представлены архивные документы, фотографии, кубки. А новые заслуженные награды коллективу больницы вручили в ходе концерта на сцене зрительного зала. За плодотворную работу по оказанию медицинской помощи населению Московской области и высокий профессионализм. Благодарственным письмом Московской областной думы награждается Владимир Александрович Гордеев, заведующий Никольским подразделением. Со сцены прозвучали поздравления от почетных гостей. Начальника теруправления Кубинка Евгения Степаненко, первого зампреда Мособлдумы, депутата от «Единой России» Ларисы Лазутиной и других. И Никольская больница, она много видела. Я от всей души хочу сказать вам огромное спасибо, пожелать мира, добра, здоровья, конечно, и всего самого доброго. С праздником вас всех! Поздравления и слова благодарности многократно звучали в адрес коллектива Никольской больницы, а между награждениями для всех присутствующих выступили творческие коллективы. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».